гость, слушай, там гости взбунтовались. Говорят, Дед Мороз не настоящий. Почему это не настоящий? Ну, не пьет, во-первых. Во-вторых... Первого достаточно. Значит так, нужна бутылка шампанского. Без проблем. Вот. О. Деду Морозу? Да нет, это мне. А ты иди на вход, проконтролируй службу безопасности, а то, знаешь, пускают неизвестно кого. Не беспокойся, у меня там на страже стоит верный нужный человек. Отлично. Маленькие телефоны, часы, ножи, зажигалки, браслеты. Зачем, скажите, мужчине такому вся эта куча железных предметов? Да что ж звенит-то, в стороночку можно? Стальные мышцы, железные нервы. А вот здесь щекотно, нельзя осторожней. Что-то меня касается. Вас это не касается. Ой, как мне это нравится. Как мне нравится. Хватит вам дурью маяться. Ходят тут, развлекаются. Как вас зовут, красавица? Начинается. Ты задеваешь меня за живое. Еще чуть-чуть и немножко повыше. Не напрягайтесь, вы стойте спокойно. Я ж не железная. Я это вижу. Ну что ж, мужчина, теперь раздевайтесь. Уже пора, а бокальчик мартини? Я на работе, вы не забывайтесь. Часто так получается, если сигнал включается. Многие возмущаются, но раздеваются. Всякое же случается, вдруг аппарат ломается. Легко это проверяется, проверяется. Случается, двое людей встречаются, лишь пять минут общаются и влюбляются. Вас это всех касается, праздник мечты сбывается, год только начинается, начинается. Год только начинается, начинается. Год только начинается. Начинается.